Шахзаде, сынок. Приехал он, увидит нас, иншалла. А если нет, не призовет в свои покои. Мустафу и его мать увидит и все забудет. Нет, нет. Нельзя. Правда? Ты есть, я есть, и мы войдем в семью султана. Ну, не дерись, спокойно. Ты меня услышал, сынок. Отец приехал. Хюрем, Хюрем, вернись и закрой дверь. Мне бы хоть взглянуть. Увидеть, как он идет. Я его лица еще не видела. Прежде чем увидеть тебя, султан пошел к своей семье. К Валиде султан, Хатидже султан. И ту женщину уже увидел? Конечно, увидел. Она его супруга, член его семьи. А я кто? Я не жена султана Сулеймана. Ты роди ему наследника. Тогда и войдешь в семью. Я рожу. Увидишь. Я рожу ему сына. Тише, женщина должна мягко ступать. Хюрем, не прыгай, тише. Спокойнее, иначе ребенка потеряешь. Не будет нам с ней покоя, ох, не будет. Мой Сулейман. Моя Хюрем. Я здесь. Я здесь, душа моя. Здесь. Я с тобой.